С первых минут торговля шла весьма бойко. Молоко, хлеб, колбаса, зная об открытии, местные жители пришли за покупками. Больше полугода за продуктами они вынуждены были ездить в город. Хотя и Гоголя городская черта, но сюда отправляли автолавку. Съездить, купить булку хлеба надо потратить полдня, и поэтому магазин нам был... Во-первых, он всю жизнь здесь был магазин. Всегда-всегда. И тут оставили людей без магазина. Магазин будет постоянно, что-нибудь закрывать, потому что это автолавка, это вообще в 21 веке посмешище. Это черта города. Если бы это была деревня, ну, отдаленная какая-то, то черта города – автолавка. Надеемся, что это уже навсегда. Открытию магазина, безусловно, рады. В этом районе живут преимущественно пенсионеры. У многих проблемы со здоровьем. Новый магазин, новый только по собственнику. Прошлый закрыл торговую точку в связи с нерентабельностью. Но нынешний владелец оптимистично надеется на местную покупательскую способность. Покупателям обещает ассортимент, приемлемые цены и скидки. Местные власти тоже настроены позитивно, ведь были неоднократные обращения от местных жителей. Я хочу поблагодарить общество с ограниченной ответственностью «Барсида», руководителя Алексея Владимировича. Вот, откликнулся, открыл замечательный магазин. Руководитель опытный, знает толк в торговле. Были объекты у него на Фрунзе, были в центре города. Ну, довольно-таки успешные, поэтому еще раз огромное спасибо. Удачи, товарооборота, посещения наших жителей. Тамара Алексеевна – работник торговли с внушительным стажем. Пришла и за покупками, и, так сказать, в качестве независимого эксперта. Конечно же, мы очень рады, что магазин открылся, потому что если еще какие-то мясные продукты можно съездить, то таскать макароны, хлеб, молоко и все постоянно из города – это очень сложно и тяжело. Но немножко люди отвыкли уже от этого, поэтому, я думаю, первоначально, может, и не будет того результата, который ожидают. Потому что, как бы, магазин то был, то не было, автолавка приезжала, не приезжала, и люди, естественно, все тяжело, не тяжело, все ездили как бы отовариваться в магазин. Ну, а теперь спасибо, кто это сделал, кто открыл, я думаю, что все будет хорошо и удачно им торговли. С удовольствием покупали, с удовольствием дегустировали. Местные производители, молочный завод, хлебозавод, этанол представили свою продукцию. Поставки обещают бесперебойные и регулярные. Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь».